Кто у нас отгадает песню? Отгадает. Интересно, что за песня? Полегче сейчас, поехали. Забирай меня скорей, увози из дома рей, и целуй меня везде. Кому? Илья выиграл. Поздний час. Поздний час. Половина первого. Половина первого, 7000 над землей. У нас есть цель суперприз, только больше всех конфет наберет. О, отлично. Е-95. Конфеты. Оба! Хочу, чтоб год нам вопреки, так же были мы близки, так же были мы близки. Это просто усложняется задача. 20 лет назад? Откуда вы знаете? Я знаю, 20 лет назад. 20 лет спустя. Понимаешь, 20 вы выиграли, правильно же? Назад сказали. Нет. А 20 цифру тоже надо указать. Наше про время. Давай, давай, конфеты. Про время было? Да, конечно, про время. Ну, тогда да. Ну. Так, давай что-нибудь другое, да, еще попробуем. А есть, короче, тут, если есть кто в кино шарит вообще? Есть песни из кино, угадывай. Есть кто смотрит фильмы? Ну, поехали тогда. Тирин-тирин. Тирин-парим. Если б я был султан, я б имел трех жен, и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот. Ах, спаси Аллах! Неплохо очень иметь четыре жены, гораздо лучше иметь с ним ток. Так, а кто угадал песню-то? Вот, вручи конфетку песни. Пресс-конфетка идет в студию. Там же у вас получается, кто поймал. Ладно, хорошо, смотрите, вы угадываете. Следующая песня. Сейчас, посложнее. Отгадывайте песню. Отгадывайте, с какого это фильма. Зрители. А кто первый кричал? Вот, девушка. А еще два. Смотри. Еще два. Ну что, вы готовы? Что это за фильм? Что за фильм? Темно-синий лесок, где трепещут осины, где зубов тугунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косит, и при этом напевали странные слова. И все вместе. И она все равно, она все равно. Пусть боимся мы волка и сову. Дело есть у нас в самый жуткий час. Мы волшебную косим трын-траву. А, косим. А нам все равно, а нам все равно. Пусть боимся мы волка и сову. Что это про меня с Игорем? Мультик, не знаете, я? Что-то знакомое. Это Маша и Медведь. А, точно. Так, что за суперприз? Вообще надо на легкое задание давать. Это что-то... Сейчас, секундочку. Песня о любви. Поехали. О, кто на коне? А вот кто поет? А кто поет, это уже... Чулия Робинс такая вышла. Уху. Поет Рой Орбинсон. Но это все равно же, в принципе, правильный ответ. Так, давай считать уже конфеты и главный приз вручать? Или что? Давай. Итак, теперь подсчет конфет для получения суперприза. У вас больше всех. Где она? Нет, давай? А вот девушка, которая была на баре. А, вы здесь. Нет, у тебя... Нет, количество конфет может быть. У меня больше все равно. У меня пять. Не важно как, у нас больше. Пять у него. У меня
А у тебя 7. А подожди, а у вас на двоих 7 или на одну у тебя? У вас на двоих 7? Нет, а порознь только вон. А, так у вас ничья. А, теперь все, теперь за суперприз боремся. Все. Вот, а, значит, да, у нас двое, есть двое. Они двое должны двое быть. Двое победителей. Да, давайте угадывайте песню. Раз, два. Два победителя пока что. Из какого это ничья. Фильма? Ничья. Теперь сейчас подключается, из какого фильма теперь, нужно угадать? Из зарубежного, усложняем задачу. Давай. А кто соревнуется-то с кем? Вы и с кем вы соревнуетесь? С Дианой. С Дианой? Давай. Окей, давай, поехали, хорошо. Давай. Поехали. Это фильм из какого фильма? Супер игра сейчас. Что за фильм? Кто угадает? Пишите в комментариях. Фильм о секс в большом городе. Никто не отгадал. Да. Ну, ладно. И никто не отгадал. Потому что это суперприз, супер игра в конце. Уже надо посложнее что-то. Ну это зарубежный фильм какой-то. Давайте, давай, Даника там, следующий. Шварценеггер. Просто хиты поставь. Кто из них быстрее? Да, сейчас легкую специально. Бай, кто быстрее отгадает, тому суперприз. Легкая. Кто там? Дым сигарет с пентола. Вот, опа! Девушка теперь выиграла, получается. О! Конечно, правильно. Мы поздравляем Диану с победой! Диана побеждает. Сейчас Игорь ей вручит приз. О! Такой приз. Итак, Диана нас выигрывает. Теперь будет... Что? Что я выиграла? Конфетки будет чем забивать. Чай шиповника с плодом. Прощальный танец. Танец победительницы. Да, танец победительницы. Да. Это чай на утро нам, да? Хорошо, блядь.